Друзья, вы видите коробку. В этой коробке пришло много американских флагов. Анечка, поассистируйте мне, пожалуйста. У нас Анна ассистирует. Анечка, берите коробку сверху. Вот, да, вот эту коробочку. Так. И давайте мы ее развернем. Там такая коробочка. Такая коробочка. Надо сказать, что мы раньше, когда флаги покупали, они выглядели скромнее. Вот здесь. А значит, они были только в пластиковых таких конвертиках. А вот эта компания, на которой мы сейчас пользуемся, эта компания, она исторически там существует с 1800, там, бог знает какого года. И флагом этой компании, друзья, да, этой компании укрывали тело президента Линкольна. Гроб, я извиняюсь, с телом. То есть это как бы очень историческая вещь. Значит, Анечка, я рад, что вам нравится брошюрка, но давайте мы порадуем наших зрителей. Значит, я просто не ожидала информацию, как да. Написано, как дисплеить и как что-то там. Как, ну да, да. Ну, это такой знаковый флаг, непростой. Значит, он у нас 3 фута на 5, то есть что-нибудь 3 на 5 это 90 на сантиметров на 1.5 метра, вот что-нибудь такое, ну примерно. Вот у нас красотки. Вы тогда так, чтобы голова была видна, что ж вы так. Вот. В общем, вот такой красивый. Девочки, вот вы там его руками держите. Да. С точки зрения вот прошивки, там, ну, вот это, расшитости, с точки зрения строчки. Хороший флаг. Отлично. Да, все очень замечательно. Все такое американское сделанное. Вот эти флаги. Очень хорошо. Да, вот этот рантик такой слева, вот который Анна сейчас рукой держит, да, вот этот рантик, не дырочка, а вот весь, он такой специально укрепляющий, сделан, чтобы висеть хорошо на флагштоке. Это флаг такой внешний. То есть, конечно, вы можете его кнопочками приколоть на стене где-нибудь. Написано, что мой. Что? Написано Анин. Анин, да. Да, значит, так вот, его можно на флагшток, он очень такой, что называется, durable, то есть такой стойкий. А давайте другой стороной повернем. Может быть, там что-то есть? Какая разница на той стороне? Может быть, абсолютно нет. Я бы сказал, что как бы, да, практически то же самое. Ну вот, значит, эти флаги, друзья, у нас отправятся победителям нашего конкурса. Я по ошибке заказал 10, потому что в тот момент их было всего там 7 или 8 там видео, но поскольку их добралось до 17, то я тогда еще дозакажу. Вот, ну, в общем, короче, вот такой флаг отправится нашим ребятам, отправится прямо в этой коробке, я надеюсь. Вот, так что вот, девушки, вы тогда так одной рукой держим, а второй рукой так машем и говорим: поздравляем победителей. Поздравляем победителей.